Всем привет! Еще раз приветствую вас на очередном DevTalks. И хотел бы сегодня рассказать про очень недавно вышедшую и интересную вещь, как IntelliJ 2020.3. Она вышла совершенно недавно, вчера. И доступна сейчас только в бета-версии. Отдельно, если кто-то пользуется тулбоксом идеевским, тулбокс еще не подтягивает ее, потому что она находится в стадии типа «хочешь попробуй». Это «хочешь попробовать чудо». Вот я попытался, думал себе установить. Весит 735 мегабайт. Это только инсталлятор. То есть насколько она там развернется, мне уже страшно. А сколько предыдущая весила? Мерил? Я думаю, меньше. Я просто через Toolbox скачаю, не особо в курсе. Просто тут отдельно я скачал файлик и уже удивился. В новые изменения добавили возможность, так как часто вот, мы что-то считаем, например, даже для тестов мы пишем какие-то кейсы, и нам нужно что-то посчитать. Или там, не знаю, нас кто-то отвлек на работе, нам нужно посчитать, сколько там в процентах что-то там еще может. И идейка, чтобы мы не открывали лишний раз калькулятор, сделала и добавила такую фичу. Теперь по дабл-шифту мы можем зайти и написать, например, 1 плюс 1, и результат оно выведет сразу. Если мы нажмем Enter, он скопирует вам буфер, и вы можете вставить, например, это в любое место. Если у вас тесты пишете, и вы там посчитали, какой должен предположительно быть результат. Вы ввели, посчитали, нажали Enter, вставили его в текст. А насколько сложно это калькулятор? Насколько сложно? Ну, из того, чтобы из видеопримера, я видел, да, только разделить, умножить корень квадрат. Типа командами. То есть строка поиска это делает? Строки поиска, да, то есть search all, типа... Он бинарный вот, или несколько двести? Я не проверял просто, я смотрю, что они сделали, типа добавили возможность себе посчитать. Если тебе нужно что-то быстро, значит, на ходу посчитать, то есть... чтобы не открывать калькулятор прям, типа, то пожалуйста. Также, все мы знаем, как мы представляем, как выглядит себе идейка, это ну, там, где мы работаем, это какие-то там... Файлики у нас открыты, например, один.java, ну, в принципе, тут кейси. Вот. И они сделали похожую штуку, как в винде. А что это такое написано? Это тапочки, вот эти, которые сверху. Нет, что, что ты написал? Я не совсем понимаю, что это написано. Да, это не важно, название какое-то просто. Это имя файла. А, имя файла. Имя файла, например, там HTML, CSS, так далее, что мы открыли. Вот. И они сделали возможность, как в винде вообще сделать. Они берут теперь, можно зажать эту тапочку и перенести в любой угол, и она откроется именно в этом углу. Либо перенести в бок, оно откроется чисто на бок. Раньше это мы делали правой кнопкой мыши, сплит эту. Это теперь можно вынести как тебе удобно. Можно разделить на 4 окна, спокойно, без проблем, перетаскивая, что тебе куда нужно. Также... У тебя всего одна вкладочка, и ты хочешь сплитнуть. Ну, в принципе, это уже, наверное, правой кнопкой. Что еще не добавили? Она на двух мониторах не растянется, на два монитора? Нет. И что еще добавили, это они оптимизировали нижнюю панель. Если нам неудобно, то это вот что там отображается, в принципе. Мы, например, там консоль, логи и так дальше можем перетащить сюда же, в это же поле. И удобно, если нам нужно разгрузить эту часть, мы перекрыли, перешли сюда. Типа там же где тапочки? Там же. Тапочки тоже перетянули просто и все. То есть они сделали drag-and-drop вот этих тапочек. Добавили возможности. Так. Это я рассказал. Machine Learning. Ну, то есть ты имеешь в виду в иерархии вот этой оконной табочки приравнены к тем меню, которые открывались, типа Git, например, Version Control, типа? Да. Ага. То есть мы можем уже как хотим, то есть эти табочки уже все, можно как хотим, хоть посреди экрана оставить. Типа, мы можем сюда перенести, можем открыть чисто на левый угол, на правый угол, разделить сразу. То есть это можно даже с нижними табочками, с верхними табочками. Ты же уже представляю, когда открываешь многофайловый по периметру, вот так складки, знаешь. Вот, и короче, как-то так. Дальше. Они добавили, вот так как мы работаем на Java, я смотрел про Java в основном, там еще Kotlin добавили фичу. В Java они добавили, ну как мы пользуемся, все знаем Ctrl пробелы, оно подсказало нам что-то. Кстати, Ctrl 2 пробелы нажали, оно еще лучше нам по какой-то вариант подсказало. То здесь они добавили машинное обучение. Они взяли уже какой-то нанированный механизм, который смотрит, например, если мы часто делаем, не знаю, объект toString, а у него там первый только equals, например, все время в наших предыдущих идеях было до этого equals. Всегда на первом месте был equals у этого объекта или там по порядку все что. То здесь теперь будет то, что ты чаще используешь всего.
И также он будет тебе, если тебе интересно, посмотреть, типа, как идет у тебя этот процесс, типа, увеличение, уменьшение позиции. Там есть даже вкладочка, типа, чекаешь, типа, и она тебе будет показывать стрелочками. Типа, это ты чаще пользуешься, это ты не чаще пользуешься. Поэтому она и весит, так бы понимаешь. Да, то есть они там добавили вот таких вот мелких, но интересных достаточно. Теперь можно будет скачать, да? Ну, кинь мне свой профайл, типа. Это потом, это мне еще будет интереснее штука. Только для Java скинуть, если мы другую тоже будет. Это про джавовскую, по крайней мере. Там выбирается, там, по-моему, Java, Scala, Kotlin и еще что-то. Там 5 языков, если не ошибаюсь. Они такую фичу добавили. Вот. Также они добавили ренейминг. Ну, типа, мы все знаем, что если мы нажмем на Shift F6, типа, оно переименует нам все. Оно залезет в комментарии, переименует нам комментарии, переименует нам поля, переименует нам... А кто пользуется Shift F6? Да, можно нажать, типа... Shift F6 это... Ренейминг. А я пользую меню RR. Ctrl-Shift-F6 и Ctrl-Shift-R. Ну, я к тому, чтобы поменять ренейминг, он раньше менял и комментарии в том числе. Ну, если мы там делали ренейминг, то, например... А там есть птичка такая, rename comments. Да, то есть мы можем это убрать. Да. Теперь они добавили эту возможность, если мы нажимаем Shift-F6, у нас справа появляется штука, типа, которую мы можем по дефолту выставить сразу. Если мы не хотим комментарий вообще менять, и чтобы он больше нас не спрашивал об этом. Типа, вообще ни разу не спрашивал. А, потому что случайно можно действительно переименовать комментарий. Да, можно, типа, это убрать, и он будет только менять файл. И даже самое интересное, он будет подсвечивать, что он будет менять. То есть, если ты находишься в локальном файле, он подсветит тебе все, что он собирается поменять. И комментарий, если там тоже это есть слово, тоже комментарий тебе подсвечит. То есть, ты уж, и еще ты можешь выбрать отдельно, что ты хочешь. Судя по твоей улыбке, стал нагляднее. Да, то есть, и ты еще можешь выбрать конкретно, что ты хочешь поменять. Если ты, например, хочешь составить compilation error, типа вот именно на этом месте, не знаю зачем, может там другой переменный потом собираешься составить, ты это можешь отменить поле. А то есть, ну, эти до переименования показывают, что будет после переименования? Нет, ты типа в текущий момент выбираешь, вот, тебе высвечивается, что ты можешь поменять, и ты можешь подменять то, что. А, то бишь оно не в диалоговом окне, да. Типа. А в самом проекте, то есть в самом окошке главное. Типа инлайн замена, типа. Да, 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 инлайн замена, да. Ну также всем известно, что Java 15 вышла, я в предыдущем DevTalks рассказывал. Вот, они добавили этот саппорт. Ну, это в принципе очевидно, потому что новая версия Java, новая версия идейки. Ничего странного. Правда, странно, что с задержкой. Обычно почти сразу же. Вот. Также они, как по мне, очень сильно улучшили дебаг. Часто мы, когда лазим по дебагу, мы там лазим, смотрим Alt-Enter, нажимаем, оно нам открыло окошечко, там, например, какой-то объект открыло, у него там есть стринги, у нас у него там интеджеры есть и так дальше. Но чтобы нам это поменять где-то, да, там, во время дебага, ну не знаю, мы заметили тут ошибку, проверим, что если типа, мы заменим это поле на нужное нам поле, оно все заработает, то мы должны зайти в дебаг, были до этого, в дебаге найти эту переменную, открыть эту переменную, зажать edit и так дальше, изменить. Теперь они сделали это все возможно в этом окне. Если мы нажмем, например, еще этот нюанс, если у нас там какой-то метод выполняется, мы можем результат этого метода, там появляется такая галочка справа, нажимаем мышечкой на нее, и она открывает нам это окошечко. И здесь, ну типа, они настолько вот заморочились в мелочах, типа, чтобы нам... еще раз, какое действие повтори именно? То есть alt-click типа серии или нет? Ну, например, да, мы там присвоили... Типа заменили alt-click, типа, переменную текущую посмотреть в дереве или как? Мы можем, например, сейчас напишу пример. String name равно getName. Там уж какая-то жесткая логика исполняется, не знаю. После этого справа поля есть галочка, которую мы нажимаем. И оно еще нам, у нас это еще поле, оно еще у нас не проинициализировано. Мы можем нажать на галочку. Или, и здесь в окошечке у нас появится результат этого getName. Ну, если мы нажали на Alt-Enter, в принципе, или нажали галочку, он откроет результат getName. Yeah. Вот. И здесь логично будет стринга какая-то. И мы ее уже здесь, в этом окошечке, которое он открыл, можем изайдить. А, типа оно вернется в name? Оно вернется потом в name. То есть ты на этом находишься на этой итерации, когда ты находишься, ну, типа, только на здесь. На текущем моменте. Ты нажимаешь сюда, и здесь, конкретно здесь редактируешь, и оно уже в следующем своем шаге уже будет другое. И не надо это все менять. То есть не нужно нажимать F8, потом писать F8, да, name равно другому. Да, да, да. Вот. Uh-huh. А по логике сейчас надо F8 и поменять. А, также. Еще мы сталкивались с такими проблемами в дебаге, как мы заходим в метод,
ну, там, у нас есть метод, в котором есть метод, метод и так дальше. И мы, нам интересно, что происходит с переменной, которая находится у нас в главной, например, в корневом методе. Интересно, что с ней вообще происходит. Но если мы зайдем внутрь метода, в другом классе, все, типа, пишите по неординации из-за того, что это файл другой. Они добавили возможность... В смысле, что нужно перейти по стеку выше, и тогда посмотрим. Да, да, да. Угу. Ну, либо по стеку выше, да, либо, там, не знаю, какими-то костылями в дебаге долазить туда, и все. Они сделали local watcher. Этот локальный watcher распределяется только на там, где открыт, то есть на видимость этого объекта. То есть если этот объект видим на протяжении этого всего метода, например, то он будет у тебя и во всех подметодах, и под, то есть, ну, под всех подметодами тоже виден. Ты его можешь держать, то есть ты его засейвил, и все, окей. Теперь еще они добавили такую штуку, как в watcher. Извини, может еще, то есть по контексту, то есть если переменной нет, оно его не отображает, а если есть, то отображает, в этом смысле? Сейчас. Например, у нас string getName. Да. И у нас интересует это name на протяжении всего проекта. У нас есть следующий метод, который, ну, там, вызывается, это, например, init, не знаю, что он делает. Да. Мы передали сюда name. Конечно, он ничего не будет менять, но, блин, это какой-то R, наш кастомный, да, R-string. Вот. И нам интересно, вот, что будет в init с R, ну, это именно name, здесь. То есть нам тогда надо будет watcher создавать или смотреть по дебагу, что с этой переменной, которую мы передали. Здесь мы засейвили вот этот name как local watcher и видим, что, какие изменения произошли в этом методе, и изменили, что этот name у нас изменился вот здесь тоже. То есть вот что я имел в виду. Понятно? Есть вопросы? Окей, тогда давайте дальше. При том, что name — это переменная со скопом выше, типа, да? Да, да, да. То есть если name у нас находится в другом, выше по сразу. Еще есть возможность, все мы писали или там видели длинные this. Например, название потом у этого переменного еще, ну, там куча через точек переменной, и мы там что-то выводим итоговое, или объект какой-то получаем. Ну, это неудобно, если мы забыли и так дальше. У нас идея предлагает возможность переименовать так, как нам это удобно. Конкретно именно какой-то, может, объект. Мы можем взять объект, а у него выделить какой-то, ну, в дебаге именно, то есть уже стало breakpoint, и взял объект, у него выделил то, что тебе интересно, и назвал тебе как удобно. Например? Например, where string name — это 80 ID и name. И нам интересно, вот, например, его ID-шник. И в watcher мы добавили тогда, ну, типа name, у нас нет никаких getter'ов, setter'ов, ID. Ну, типа, и вот так сойдили. Ну, а теперь представим, что у нас такая цепочечка и каких-то подобъектов, и это надо смотреть в watcher. Здесь можно переименовать. Типа, например, SpringGet в каком-то контексте, да, порыться. Можно поставить просто ID. И ID будет показывать вот это вот. Это как читать переменную создать? Да. То есть в дебаге как бы создай переменную, которая у тебя будет отображаться как ID. Так, дальше, это я рассказал. Что мне еще понравилось в возможности конфигурации, вот это edit configuration, я это назвал как bamboo plan, мы можем сделать, например, build, потом rebuild project, потом maven какую-то за конфигурацию запилить, потом gradle, потом вообще какой-то, не знаю, и это все будет запускаться при нажатии одной клавиши, типа run. Типа до этого мы могли, ну, по крайней мере, я знаю точно с Maven'ом, если после билда запустить, например, какой-то наш какой-то clean install и так далее. Или наоборот, clean сделал, да, а пока оно клинит, да, 6 секунд, отвлекся на 2 минуты, да, вернулся. Теперь мы можем сделать именно как, ну, конкретно какой-то план, который мы нажали на эту кнопку, он там и сбилдил, и с Maven, и еще может какой-то Maven, и еще может что-то, короче, много всяких issues, и мы можем их добавлять. И еще добавлять нейминги для этих планов. То есть, если нам нужно какой-то description, чтобы мы понимали потом, скрипт, что... короче, да, макрос такой. Ну, нет, description для этого плана. То есть, если мы, ну, можем зайти, не, конечно, я в каждый имею, план... Не, план макрос. Да, 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 да. Это тоже еще они добавили. Так. А как эта функция там называется? Edit plan. Там plan. Плюсик plan. Такой. Plan, да? Ну да, да. Uh-huh. Для edit configuration, что такое. Вот. Это что касается build configuration. Также они добавили интересную, как по мне, вещь с гитом связанную.
Эта штука называется, сейчас я проверю, staged и unstaged. Давайте представим ситуацию, мы пишем с вами проект, и решили мы, ну, хотим сейчас добавить это в коммит, чтобы потом не забыть, правильно? Ну, во-первых, в предыдущих версиях до 2020.2 это нас открывалось окошко, и заново мы все это выбирали. В 2020.2 это у нас уже есть окошечко слева, и мы можем там выбирать по ходу выполнения. Ну, опять-таки, да, это не совсем удобно, потому что нам нужно тут отредактировать, сюда залез и все остальное. Но идейка сделала после 2020.3 новую возможность. Мы, у нас view этого получается, гита меняется. То есть у нас также остается в левой части, как было в последней версии идейки. Здесь пишутся файлы, но вместо, как же оно было, название. Ну, там типа unstaged и staged, тоже такого плана. Но здесь, Unversion, это не помню, что называется. Или unversion, да, что-то такое. И тут галочки типа ставила, какие тебе нужно. Вот. Но они сделали, брали, ну, можно поставить, можно убрать эту историю. И у тебя будет как дерево выглядеть. То есть в каком папке, в какой подпапочке и что у тебя конкретно застейджилось. Но тут немножко стейдж меняется понятие, не то, что мы выбираем как коммит. Мы можем взять, у нас все файлы изначально проходят стадию unstaged. Даже если мы ее редактируем, и они были до этого в гите. Они всегда в unstaged. Мы хотим, например, этот файл перенести в stage. Мы можем либо тупо перенести, и он станет stage все комментарии. Либо мы можем, если мы помним, как, например, солвить конфликты, типа у нас есть два окна, здесь что-то изменилось, и здесь что-то изменилось. И у нас предлагают типа это принести или вот это. Мы можем конкретно именно эту, то, что мы изменили сейчас, перенести в staged, и он чисто вот это изменение занесет в staged. То есть у нас появятся два одинаковых файла. То есть частичный файл. Да, два одинаковых файла, staged и unstaged. В unstaged будет то, что мы не занесли, например, там дальше есть какие-то изменения, мы это не захотели занести. Оно перенесло нам сюда. Вот. Ну что еще приятнее, мы пишем, это уже, представим, что обычная наша идейка, наш файлик, у нас здесь что-то мы там... Вот здесь что-то мы где-то отредактируем. Значит, появляется как по стандарту, типа, зелененькое или синенькое отображение. И чтобы долго время не тратить, мы тут нажали справа, по-моему, правой кнопкой мыши и выбрали стейдж. Все. И оно нас занесло, и мы забыли. То есть мы это изменили, и это изменение, оно застейджилось у нас, и все. Мы потом, грубо говоря, нажимаем commit, потому что у нас уже все готово. А вопрос по behavior. Допустим, у тебя весь файл staged. Да. А потом работаешь, и этот же файл меняешь. Да. То есть это изменение, которое ты сейчас сделал, оно попадет в unstaged. В unstaged. То есть у тебя staged... А при этом можно будет переключиться в тот вид? Конечно, да, можно. То есть это вообще это по дефолту выключено. Что-то очень удобно должно быть. Но по дефолту это выключено. Но если ты хочешь, ну на самом деле это удобно, мне кажется. Типа, я еще не пробовал, но типа мне кажется удобно. Мы это редактируем, мы эту фичу конкретно хотим запушить. Чтобы не забыть, мы сразу это можем сделать здесь. Ну то, что все сейчас делают старшим, как бы. А? Ну, например, стаж. Ну, да, да, да. То есть мы сделаем стаж. Замена. То есть мы все такое. Мне кажется, это может быть чревато ошибками. Типа застейджил его, забыл, а потом надо что-то другое. Ты потом все равно пересматриваешь. Ну, это по логике вещей, нет, у тебя все остальное работает. Ну, они как... просто сделали как бы дополнительный тул, я так понял, выделение. То есть ты можешь им не пользоваться, можешь неправильно пользоваться. Если ты считаешь, что не ошибется. Не, ну, или ты ошибся, а потом перепроверил, ты можешь перепроверить. Ну, или, например... Потом пересматриваешь. Не, имеется в виду, что у тебя, например, изменения содержатся по двум ищу. Ты явно знаешь, какие к чему относятся. Да. То есть проще пройтись, позакидывать. Да. И потом проревью этих еще раз при коммите. Ну, да. Ну, да, с одной стороны, я понял, да, почему это вопрос. Но это уже как по желанию. Если ты хочешь так, так, пожалуйста. Так, возможно, тебе будет удобнее так ошибиться, чем потом стэш туда-сюда, потому что затерло случайно. О, еще интересно, они фичу добавили, связанную, опять-таки, с серчем. Ну, типа, если они там уже и калькулятор прикрутили, то почему бы дальше не развивать эту систему? Только Uber остался, чтобы... Ну, типа, еще Uber, да, сюда стало. Быстрее, даже вызывай домой Uber, пока так ходит. Да, да, да. Они туда добавили комментарии. Наши коммент, наши коммиты, мы их можем найти. Мы знаем, например, что мы редактировали какой-то класс, и он нам покажет эти коммиты, которые были по этому классу. То есть мы, в принципе, поймем, из какого это бранча вылезло, какой коммит был и что там изменялось. В этой серии то, что было раньше, who last changed this line, такая опция, да? Типа annotate.
типа аннотейт и посмотреть, кто что менял. Типа, но здесь, типа, ну, ты не знаешь, что тебе интересно вообще, кто этот класс написал и в каком коммите он вообще появился. Типа. А может, мы его забыли удалить. Ты посмотрел, что типа delete там такой функционал. И смотришь, а этот функционал еще остался. Вот типа, класс, пожалуйста, удаляй. Ну, типа, ты посерчил по этому. Ну, по-хорошему, тебе просто сейчас в рейке нужно открыть гид, найти конкретно, ну, взять этот текущий бранч и смотреть по всем коммитам. Искать вот именно так, а как это, что нужно сделать, чтобы найти? Shift-Shift, у тебя появляется окошечко, здесь all, здесь, по-моему, класс, да. Что-то еще. И ты здесь вводишь, например, название класса. И у тебя в конце появятся вот такие, типа, вот такого плана комментарии, название, ну, как коммита. Так я хотел сказать, что она может, наоборот, только сгубить поиск, что... Снизу, это в самом-самом низу. То есть ты скроллишь. Ну, да, да, это в самом низу появляется, типа, и появляется у тебя, типа, что конкретно. Типа, вот какой то комментарий... То есть еще какие-то истории еще, да? Да, какой комментарий отвечает за изменение этого файла. А, имеется в виду, ты нажал поиск или открываешь новый файл, вводишь, например, rstring. Например, там... Date DTO. Мы смотрим. Нам не интересен класс. Нам интересен комментарий, кто изменял последний этот. Но имеется в виду, то есть имеется в виду, что если у тебя три опции класса, которые оно найдет, DTO, DTO 2, ты переключаешься между ними, и снизу поиск тоже свечивается. То есть у нас, например, мы ищем Date DTO. Первым вариантом логично класс покажет. Ну, типа наш Date класс. Date DTO класс. Ну, будет. Date DTO. Java. Ну там свое типа дело находится. Еще что-то покажет, еще какое-то, может, что-то, какие-то, не знаю, не помню, что там еще появляется. И в конце появится комментарий. Название его будет, может, даже абсолютно отличаться от класса, но в этом коммите изменялся последний раз DTO. Потом появится, который еще, и так дальше. То есть просто не надо заходить в этот DTO или не запрашивать git history. Да, мы можем это сделать так. И, соответственно, если у тебя выделен по умолчанию DTO, ты нажимаешь вниз, вторая опция выбирается, по ней показывается. Да. И еще они... так, это я рассказал, git commit. Да, это я сделал. Так, теперь они еще добавили... Не помню, какой-то... Это просто updates и на идее, как они написали, 2020.3, связанная с урлами. Но мы знаем, что урлы у них так себе прокачаны. И они сделали типа Postman у себя. А что надо лазить? У нас калькулятор он локально есть. Типа, почему бы Postman туда не прикрутить? Может, Postman, кстати, есть плагин, я не знаю. И представим, что у нас есть какая-нибудь собачка dog, URL. И это, например, у нас какая-то стринга где-то используется. Мы нажимаем, по-моему, Alt Enter и смотрим, какой get endpoint у нас отвечает. Где он используется в скрипте, где он используется в HTML, все связи с этим док. Это раз. Два. Если мы хотим, например, у нас не только... Имеется в виду, что это аннотированный endpoint у тебя или просто... Нет, это просто какой-то string, тупо string. То есть может это теоретически не endpoint, но если это endpoint, оно подтянет. Он понимает endpoint, типа это по слэш и так дальше, пошел дальше. Или в URL специальном до этого домене. Но он будет как-то, я не знаю, не реализован. Короче, он смотрит, что это endpoint по логике вещей, по стринговскому синтаксису. И он пытается, если ты нажал Alt Enter, и он тебе покажет, где он там, где он используется. А если это на самом деле какой-нибудь Jax? По идее, ты можешь Alt Enter, Inject Language и Regex. И еще там дальше проверить локально сразу же в Inject. А просто такой Rejects используется? И, скорее всего, по-моему, даже в тестах, по логике вообще, как я замечаю, вот в идее, типа, многие фичи, которые работают не в тестах, они отличаются. Типа, у него изначально даже сейчас 2020.2, если мы там, например, регулярку вводим в обычном классе, например, то он пока что регулярка подскажет, в тестах он будет игнорировать. То есть у него такая сейчас система, я заметил, стоит. Вот, мы представим, что у нас есть док, и у него есть, например, там мы не знаем, что там стоит. Ну, мы знаем, что там, типа, это у нас же опять-таки стринга, и мы вообще не знаем, что там еще находится. Типа, надо полезть, полазить по истории, посмотреть по всему классу, либо там, я не помню. Мне почему-то кажется, что есть 2020.2, вкладочка endpoints, где есть весь список endpoint. Мне так кажется. Если,
как они аннотировали это, что это только новое изменение. Но я это видел. Может быть, оно не в таком виде, как я видел. Так вот, ну, например, там, не знаю, dog, у него есть еще cat, не знаю, какой-то, и там еще куча десятков. Нам нужен именно cat. Мы начинаем вводить cat, нажимаем Ctrl-пробел, и он подскажет, что у нас есть cat. Мы его можем опять-таки как enter, и оно заинжектило, и типа, написало cat, пожалуйста, тебе. И, то есть оно тебе подсказывает вот этот clever подсказки. По контексту, ну, понимаешь. По контексту, да, типа, что ты и можешь. Окей. Это ладно, мы зашли, мы напишем Spring, и там указываем типа getMapping, и пишем опять-таки вот этот вот doc get. И у нас есть такой же пост. Ну или там другой пост, например, не doc, а mouse. Вот. И мы хотим протестить. Как я сказал, уже есть пост, типа вот здесь. Мы нажимаем типа run или run HTTP client. У нас открывается отдельное окошечко. Если кто-то пользовался database в идейке, он уже наверняка знает, что типа, у них есть типа, то же самое check SQL query возможность. И оно типа локально у тебя как отдельная консолька запустит. То же самое, у тебя появляется текст. Здесь написано будет get, этот URL. И слева run. Если у нас параметры, то в принципе он тоже тебе подскажет, что надо вставить. И типа ты можешь это подставить и пожалуйста. Либо опять-таки, там, если там есть переменная типа ID, ну, по крайней мере, тут я не знаю, как работает, но в SQL query, если у нас есть ID, и мы хотим его засетить, мы запускаем run, он типа говорит, введи, пожалуйста, мне ID-шник, что ты хочешь искать. Типа, и ты вводишь ID-шник, и он тебе ищет. Либо сам изменил эту query, что ты хочешь. А мы можем как в Postman и header засетить? Можем, но синтаксис, ну, это не UI, это текст. Мы можем написать header, access headers, form, params и так дальше, body и так дальше, расписать это. У них есть пример на сайте, по крайней мере, как этим можно пользоваться. Ну окей, этим мы разобрались, но давайте представим опять-таки, что я еще же сказал, у нас есть пост. Ну, мы нашли хотя бы просто даже в стринге вот такую штуку, и мы хотим ее протестить. Ну типа, вдруг она у нас есть, и типа мы хотим ее попробовать. Окей, идейка и в этом преуспела. Мы нажимаем Alt-Enter, и у нас, он не знает, типа, мы не знаем, это пост или get. Но у нас по дефолту, у нас нету get, например, вообще нет. И он у нас изначально создаст пост. То есть он знает, что это за метод, и он знает, какой endpoint, и знает, как его вызвать. Пост или get. То есть это, в принципе, тоже прикольно. И, как они, опять-таки, говорю про endpoints, эту вкладочку, я представляю, что здесь список всех endpoints. Они добавили там кучу фильтров, связанных с разными, например, модулями, с разными фильтрами. Ну, то есть можно добавлять, например, ввести чисто person, и надо будет показывать, например, только для person URL. И здесь же, с правой стороны, мы можем протестировать, если можно вот так, как пост. Что протестировать? Протестировать каждый URL. Хочешь, ну, типа, вот этот URL протестировать, этот, и так дальше. По списку пошли и протестировали URL. В чем прикольнее здесь, мне кажется, чем Postman, потому что Дика знает сама, какой объект туда запихнуть, если что, и попросить, какие у тебя поля. Вот. А что Postman не знает, это тебе нужно через JSON-ку вводить, а JSON-ку он сам сгенерирует, если что. Он может, по идее, сам даже сгенерировать JSON-ку. Так. Часть 2. И они в этом изменении добавили, как по мне, очень прикольный плагин для совместной разработки. Называется код возьми. Не знаю, как давно, это именно плагин, он не встроенный, его надо докачивать с идейки, но об этом было сказано только вот вчера. Но это их плагин или... Это их плагин. Что, по скайпу ходите? Называется код из них. А, кстати, я не удивлюсь, почему нет. Синхронизировать удобно было. Теперь представим, что мы пишем проект, и ну, у нас что-то не получается, правильно, да? И что мы делаем? Ну, мы расшарили TeamViewer, правильно? Типа, и дали, конечно, другу. Типа, пожалуйста, пользуйся. Ну, окей. Я к тому, что, ну, бывает, может быть, могут быть такие случаи. Или там мы хотим ускорить нашу разработку, мы не хотим закидывать на гид, ну, конечно, это опасно, но все-таки. Один человек пишет в одном проекте, в одном модуле, другой в другом модуле, потом херяк, все готово, и в одном проекте все запущено. И у него, если у тебя есть проект, все окей, круто.
Типа, ну никаких git, commit, git, push, типа, ну вообще ничего не надо. Версия контроля для тех, кто не знает, как пользоваться гитом. Да? Пожалуйста, да. Но тут еще есть нюанс. Ну, нам надо попросить заказчика показать его код. Не знаю зачем, очень странный заказчик. И попросил показать код. Ну что, мы, ну, это уже логично, TeamViewer, пожалуйста, или там, не знаю, какой-то еще, Google Meets, пожалуйста, на, я тебе буду говорить, типа, ты будешь говорить мне, я буду крутить. Окей, не круто. Поэтому они придумали код Визми. Плагин. Мы здесь заходим в этот плагин и выбираем, например, там, я не помню, как это называется, кладка. Выбираем в этой кладке, типа, Share My Project. И мы зашли в какой-то project и хотим его расшарить. И здесь у нас, по-моему, есть 4 вида аксессов. Типа первый это read-only, потом edit. И потом, по-моему, я еще не помню, какой один, и типа admin access. И если мы хотим, например, дать заказчику, у него нет идейки, ну, типа, ну, он, ну просто заказчику попросил, не знаю, как бы он вообще с техникой вообще никак не связан. Типа, он попросил тебя, типа, можешь показать мне код? Типа, я хочу его другу скинуть. Не знаю, какие могут быть кейсы. И все, что тебе нужно, ты просто в этой, ну, типа, нажимаешь, когда share на этом, плагине, у тебя появляется ссылочка, ты ее копируешь, как в Google Meets, ну, и кидаем его заказчику. Заказчик заходит по этой ссылочке, у него открывается консоль, у него фигась, у него нет идеи. Фигась, появляется проект, хоп, и даже открылся, у него появляется идея light версия. Браузере? Нет, ну да, по-моему, я не помню, где он открывается, идея light. Вот. Ну просто появляется идея light, их версия типа для... Ну у тебя нет. И он такой, о, да, круто, посмотрел, все, спасибо, я шарю. А ты можешь видеть, что он там редактирует или смотрит? Это я про read-only рассказывал. Если мы нажимаем редактирование, теперь представляем Excel-ку, spreadsheet, вот это Google spreadsheet. Если мы заходим, нажимаем на клеточку, и кто-то еще нажимал, мы видим, где он сейчас будет редактировать. Но это не совсем прикольно, потому что он не видит, что он изменяет. Правильно? Правильно. Здесь мы видим конкретно. Если мы удалил букву, мы видели, что какую букву он удалил. Если он где-то ошибся, то ха-ха-ха. Он не успел просмотреть. Все, типа, окей. Это если мы дали ему access, типа edit access. Типа, пожалуйста, он может редактировать. Чем отличается edit access от full access? Тем, что он не может запустить ничего. Он может редактировать. Запускать ничего не может. Запускать может только тот человек, который расшарил доступ. То есть они сделали это настолько, типа, чтобы, ну, во-первых, с кем-то, может быть, показать код, отредактировать, помочь. Ты ушел, например, не знаю, не хочешь кидать на git, у тебя нет доступа, не знаю, у тебя нет интернет, интернет должен быть. Ну, короче, какие-то проблемы. Я быстро написали, runtime, get runtime, execute, формат C. А вы этой ссылочке доступ получит только вот ссылочка? Да. По идее, там нет, но тут не совсем так. Получит доступ тот, кто есть ссылочка, но тебе все равно придется дополнительно нажать, типа... Принять. Information, типа. Да, но если, например, я не знаю, как с корпоративным, например, может так и можно, как в Google Meets, опять-таки, если у нас с компанией кто-то заходит, то ему, типа, без типа, вот, дополнительного аксесса. Все остальные, кто типа не из компании, пожалуйста, типа разрешите или decline. Вот. И здесь точно так же. Ты расшарил ссылочку, чел там, например, заходит через минуту, и через минуту тебе появляется, дать ему аксесс или нет. Или если еще кто-то зашел такой, ну, это тоже нет, да. Не знаю. Либо связался, типа, кто. Ну, типа, я его не знаю. Или на какую-то часть проекта, или только на весь проект. На весь проект, на весь. Ну, то есть то, что у тебя открыто в идее project, то у него будет открыто в идее project. То есть на какой-то экран один или как, я не понял. В смысле? Ну, вот это какой-то класс конкретный можно расшарить или только на весь проект? Один проект. Практически так же, как TeamViewer, только на твою идейку. Да. А, я понял. TeamViewer только на твою идейку, да. То есть какой-то один класс ты не можешь расшарить, не расшаривая весь проект? Я не видел такого. Ну, там не сказано, по крайней мере, было. А если ты хочешь в этой расшаренной версии запустить, где она запустится? Запустит на твоем. У него как TeamViewer. То есть, если ты выключишь компьютер, у него все выключится? Если он выключит компьютер. Нет, ты выключишь компьютер. Закрыл, да, конечно. Закрыл свою идею, ссылка уже не активна. Я думаю, вас сбило то, что он сказал идейка light. Это скорее не идейка light. А, есть сюда нюанс, я не дорассказал. Если у тебя все-таки у заказчика или у вас есть идея, он предложит вначале вариант выбрать идею, а потом, типа, если нет, запустить в идею light.
Вот. То есть, если мы, например, разработчики, мы там скинули своему товарищу по команде, например, ссылочку, он зашел, выбрал свою идейку и начинает редактировать, то есть у него как подтягивается. То есть все изменения, и он, и вы видите друг друга изменения. И подсвечены разным цветом. То есть можно даже хоть 10 юзеров, и они будут все разным цветом. Удобно ли перепрограмм, наверное, да? Если удобно или нет, это уже не знаю. Типа, надо пробовать. Еще не знаю по поводу, будет ли он работать на версии DF раньше. Потому что это было сказано вот только вчера. А можно вопрос? Да. А это будет работать на пиратской версии? Записано. Я не знаю. Это чисто для общей информации. Для общей информации. Да, для общей информации. Я не знаю. То есть она только для лицензии, правильно? Ну да, для бесплатных, к примеру. Я не знаю, я не помню. Окей. Окей. Еще какие-то вопросы есть? Я думаю, было всем интересно. Окей, спасибо. Ты-то хотел бы продолжить? Или хватит на сегодня? Хорошо, спасибо.